Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Не успел я выложить свое видео по поводу того, как правильно посмотреть трансляцию для того, чтобы получить золотые монеты, ну и, соответственно, потратить их на контейнеры болельщика. Разработчики открыли тайну. Открыли тот секрет, который долго от нас скрывали. Как же все-таки эти монеты можно будет потратить? Я-то грешным делом подумал, что где-то здесь в магазине появится просто контейнер, который я смогу себе купить. А нет, ребят, не все так просто. Надо будет рулетку еще покрутить. Что касается стоимости данной рулетки и вообще смысла рулетки. Смысл сводится к тому, что вот эти золотые монеты вы будете зарабатывать просмотром трансляций, которые будут идти 4 дня. То есть в течение 4 дней будут прямые трансляции по 2 часа каждая приблизительно, за которые вы будете получать эти золотые монетки. Если будете смотреть их от начала и до конца, то, допустим, сегодня соберете 300 таких себе монет. Что касается полной стоимости, здесь 15 прокрутов и общая стоимость рулетки 2070 монет. Короче говоря, практически 2100. Повторюсь еще раз, за первую трансляцию получите всего лишь 300. Что касается того, что отсюда можно будет забрать. Я так предполагаю, что скорее всего за другие трансляции вы будете получать большее количество этих монет. И в целом, если вы все 4 трансляции просмотрите от начала и до конца, то в любом случае на все 100 прокрутите данную рулетку и просто заберете все содержимое отсюда. Что здесь можно взять? 2 раза по 5 контейнеров с вероятностью 2,6%. Ну, грубо говоря, 2,5% вероятность выпадения вот этого слота рулетки. Что касается вот этого слота рулетки, а это главная награда, 15 контейнеров болельщикам, то 0,09. Я бы сказал, что чуть-чуть, где-то там на какую-то волосину выше от уровня плинтуса. Ну и кроме того, что здесь есть контейнеры болельщика, можно забрать себе 800 суммарно сниппетов, можно забрать себе один раз контейнер с обвесом, откуда забрать какой-нибудь обвесик. Горячо любимый мною вот этот вот контейнер с анимированными аватарами один раз можно получить. Причем, насколько мне известно, в этом контейнере нет таких анимированных аватаров, которые можно поменять на что-то стоящее, я имею в виду голду, а меняются они на осколки. 2 раза по 2000 свободки, 2 внешних вида, серебро 2 раза по 50 тысяч, честно говоря, куром насмех в отношении объема награды. Есть 10 бустеров на голду. Но понятное дело, что нас всех интересует содержимое самих контейнеров болельщика. Здесь, ребят, собрана некислая коллекция танков, которые можно отсюда забрать. Но в моем конкретном случае самый большой обедняк заключается в том, что здесь остались те танчики, которые я считал максимально негодными и никогда себе не приобретал. Ну, разве что Лансенсей еще хоть как-то там может потянуть в сторону того, что было бы неплохо его себе заиметь. А такие машины, как AC-DC, которые у меня в коллекции нет, ТМ-54 образец 1 и Type 62 мне, в принципе, по большому счету, если не нужны, то просто вот так вот на халяву где-то с какого-то ивентика забрать, а тратить на них голду уж тем более смысла никакого нет. Все остальное у меня лично в коллекции нет, и это очень сильно удручает. Также стоит отметить, что за все эти машины компенсация идет серебром, потому что это премиумные танчики. И только благодаря тому, что буквально вчера, благодаря обновлению 10.7, ФЦМ 50 тонн стал коллекционкой, а не премиумным танком, за него компенсацию можно получить 3750. Ну а что касается могильщика и титана, то здесь я вообще не понимаю логики. Это тоже две коллекционки, но компенсация идет серебром. Ну вот так вот, ребята, разработчики определились. Что касается частей сертификатов на танчики, то по 10 частей можно получать с разной вероятностью. И для того, чтобы забрать себе танк, напомню, необходимо целых 100 частей собрать. А вероятность выпадения 10 раз вам, допустим, на Су-130ПМ частей именно сюда, на эту машину, ну, как бы очень-очень сомнительно. Не знаю, может быть, эти части сертификата будут добавляться к тем, которые уже в хранилище есть и были собраны где-то в каких-то предыдущих игровых событиях. Тогда окей. И тогда неплохо, и возможно кто-то из нас сможет дособирать себе какую-нибудь тачку. Вот такая вот, ребят, новость, вот такая вот, с одной стороны, интересная рулетка, а с другой стороны, непонятная для меня. Почему непонятная? Потому что если раньше мы смотрели трансляции и просто получали за это награды, то теперь мы еще и будем играться с судьбой в отношении того, а заберем ли мы то, что нас действительно интересовало. Пишите свое мнение в комментариях, я в любом случае буду пытаться посмотреть максимальное количество трансляций, не только потому что хочу забрать халяву, но и это в том числе, а еще потому что хочу посмотреть на красивые катки ребят, которые действительно умеют играть в танки.
Чего, в принципе, и вам желаем. Желаю вам посмотреть по возможности все трансляции, забрать полностью все и получить из этих контейнеров танчик, которого у тебя не было, ну и обязательно такой, чтобы тебе еще и понравился. Пошел снимать следующее видео специально для вас, работы очень много, новостей в ближайшее время будет огромное количество. Если вы хотите все эти новости, а точнее разборы этих новостей не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а рулетку мы обязательно покрутим в одном из моих видео, которое я буду снимать специально для вас после просмотра трансляций. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.